Интересный дизайн, съемный микрофон и виртуальный объемный звук 7.1. На распаковке наушники Aphotec Bloody G575 Pro. Они поставляются в фирменной картонной коробке в комплекте с микрофоном и документацией. Это полноразмерная игровая гарнитура в серо-черном исполнении. Подстраиваемое оголовье с двух сторон снабжено площадками с мягкими тканевыми подушками. Чаша у наушников необычной четырехугольной формы с аккуратной RGB-подсветкой с тыльной стороны. С внутренней стороны расположены большие эргономичные амбушюры из дышащей сетчатой микрофибры. На левую чашку устанавливается съемный микрофон на гибкой штанге. Он имеет кардиоидную направленность и ветрозащиту. За звук отвечают 50-мм динамики с неодимовыми магнитами. Звук воспроизводится в виртуальном объемном формате 7.1. К компьютеру наушники подключаются через USB-вход при помощи 2-метрового кабеля в тканевой оплетке. Прямо на проводе расположен небольшой пульт управления с кнопками активации подсветки и переключения режимов. На торце видим два колесика для регулировки громкости динамиков и микрофона. Подытожим. Перед нами полноразмерная проводная гарнитура с эффектным дизайном и объемным виртуальным звуком. Это привлекательный вариант для прохождения компьютерных игр.